Здравствуйте. Здравствуйте. Я оператор ВТБ банка, меня зовут Дмитрий. Ну? Я был к вам подключен, поскольку в сегодняшнем дне через официальный сайт нашего банка от вашего лица поступила заявка на оформление кредита. Эта сумма была одобрена, но на стадии зачисления приостановлена. Хотели у вас уточнить, по какой причине реквизиты для зачисления вы указали в почту банка? Так, я хочу кредит получить. Вы хотели кредит получить? Хорошо. Конечно. Скажите, а почему вы указали реквизиты почта банка не своего, а Зуева Антона Николаевича? Так это мой муж. Это ваш муж. Угу. Хорошо, заявку когда вы подавали? Вчера. Вчера, заявку сегодня подали? Значит, это он подал сегодня. А на какую сумму? А вам какое дело? Нет, я вас просто проверяю. Да, а зачем вы меня проверяете? Это мое личное дело, на какую сумму я хочу оформить кредит. Хорошо, сумма одобрена. Я так понимаю, будете платить вы или муж? А вам какое дело, кто будет платить? Да так просто спросил. До свидания. До свидания.